Так, і вже з нами на зв'язку народний депутат України Артем Дмитрук. Пане Артеме, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір, зрителі. Добрий вечір, студія. Отже, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради, було дійсно дуже насиченим, і іноземні гості виступали, і багато було власне рішень, звернень, і навіть депутати знову йдуть з ОПЗЖ. Я прошу прокоментувати найголовніше, те, що ви для себе винесли з саме засідання Верховної Ради. Зараз Верховная Рада и комитеты, еще раз хочу это подчеркнуть, работает в усиленном режиме. Комитеты собираются, как правило, онлайн, в том числе мой правоохранительный комитет. Принимается большое количество законопроектов. Все законопроекты, которые сейчас принимаются, или постановления, они связаны, конечно же, с военным положением в стране, они связаны с усовершенствованием административных вопросов, да, в стране. На сегодняшнем заседании, что важно отметить, был полный зал, а сегодня это ровно месяц, как идет война. Ровно месяц назад мы также собирались в парламенте. На сегодняшнем заседании при полном зале было 363 зарегистрировано народных депутата. И, значит, первое и одно из основных и важных законопроектов и постановлений, которые были приняты, это первое, мы как Верховная Рада обратились к ООН, ЕС, НАТО и другим международным организациям о необходимости принятия дополнительных совместных санкций, мер с целью прекращения агрессии Российской Федерации. То есть вы должны понимать, что практически на каждом заседании Верховной Рады и депутаты, и министерства, они отрабатывают определенные вопросы, с которыми мы можем обращаться к нашим международным партнерам, которые могли бы еще дополнительно ввести какие-то меры или санкции против России. Дальше, что сейчас очень важно, и что, в принципе, тоже постоянно мы работаем над этим и стараемся принимать, это увеличили уровень социальных гарантий для военнослужащих и ветеранов. Дальше был принят целый блок законопроектов, целый пакет законопроектов, которые были приняты вчера на моем правоохранительном комитете. Это один из законопроектов про так называемое блогерство, которое мы вчера обсуждали с вами в студии. Это криминализировать несанкционную публикацию информации о перемещении, движении, размещении наших ВСУ или добровольческих объединений, или любых других сегодня военизированных или полицейских групп, которые передвигаются, работают на территории нашей страны. Это ответственность, как я уже говорил, если это один человек снимал и распространял, это от 5 до 8 лет лишения свободы. Для организованной группы это до 12 лет лишения свободы. Этот законопроект сегодня был принят. Дальше очень важный законопроект – это уголовная ответственность, лишение свободы до 7 лет с возможностью конфискации имущества за использование, нецелевое использование гуманитарной помощи, что на сегодняшний день является очень-очень актуально. Дальше был принят законопроект из пула законопроектов из правоохранительного комитета. Это о упрощении порядка присвоения и ускорении присвоения званий полицейским. Лучшие, конечно же, будут поощрены в этих ситуациях. Мы понимаем, что на сегодняшний день в военном положении нужно принимать решения очень быстро, и бывают ребята заступают на новые занимаемые должности, им срочно нужно сразу другие звания. Также был принят законопроект, проголосован касательно сдачи оружия, о чем мы тоже обсуждали на комитете, говорили вчера с вами на эфире, тоже был принят. То есть все граждане, которые сейчас получали оружие каким-то незаконным способом, да, или они где-то его купили, или нашли, или у них получилось его как-то добыть, да, для того, чтобы защищать наш город, нашу страну, то после войны они смогут без проблем, без ответственности за это сдать это оружие добровольно.
Дальше проголосовали ряд законопроектов о поддержке бизнеса в нынешних условиях. Усилили ответственность за коллаборационную деятельность. Это то, что касается основных законопроектов. Дальше по плану. Сегодня был уволен министр аграрной политики Лещенко и назначен сразу же новый министр. Им стал уже бывший глава аграрного комитета Николай Сольский. Он занимал должность главы комитета. Сегодня его утвердили на должности министра аграрной политики. Мы должны понимать сегодня, что сейчас период так называемых пассивных работ. Сейчас начинает работать как раз поле. Сейчас запускается очень важная отрасль в нашем государстве. Именно поэтому там по своим причинам министр не смог выполнять сейчас свои функции и с полной ответственностью самовольно написал заявление, ушел с должности министра, мы, соответственно, проголосовали, и Сольский занял его место для того, чтобы на сегодняшний день эта отрасль могла дальше полноценно функционировать и работать. Также очень важно сказать, что на сегодняшнем заседании, что для меня, как в первую очередь для гражданина нашей страны, было очень приятно, важно и, наверное, мотивирующе для меня, что в наш парламент приехали наши друзья и представители наших дружественных стран из Эстонии, Литвы и Латвии, за что мы им безумно благодарны. Вся наша страна и парламентарии, они высказали свою четкую позицию по агрессии России, конечно же, был ряд моментов по помощи сейчас, действенной помощи в сторону Украины, которая уже проходит ежедневно и будет проходить. И, конечно же, высказали и показали реальную поддержку нашей стране. То есть нужно осознавать и понимать, что в стране, в которой идут полномасштабные военные действия, в городе, в Киеве, сегодня в нашей столице, где просто над всем городом смог, да, огромное количество дыма, где постоянно обстрелы и взрывы, приезжают наши ближние партнеры, друзья, так скажем, дружественные страны, и не боятся, выступают в нашем парламенте. Артем, ось ви сказали про посилення відповідальності аж до 12 років ув'язнення за публікацію інформації, розголошення, так, переміщення наших Збройних сил і взагалі такої важливої інформації. Ви в своєму телеграмі опублікували нещодавно відео вибухів у Києві. Тож, де та межа, де та грань між ось тіктокерством, блогерством, як називають, і статей, за якою може бути відповідальність аж до 12 років ув'язнення? Да, значить, перше, я уточнюсь, що розпространення інформації, да, якщо це передвіження наших вооружених сил або, допустим, сьогоднішньої територіальної оборони або добровольчих об'єднань, да, любих інших, якщо ця інформація була знята одним чоловіком і он ее отправил, и это будет доказано, да, агрессору, да, или другим формированиям вражеских к нашему государству, если это будет доказано, тогда это будет ответственность в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. Если же над этой съемкой, обработкой, передачей информации работала группа лиц, тогда это от 8 до 12 лет лишения свободы. То есть мы с вами должны прекрасно понимать, что и вы, как средство массовой информации, и спасибо вам, постоянно находитесь на связи, освещаете события, блогеры, политики, просто люди, да, стараются коммуницировать. Сегодня благодаря социальным сетям и происходит огромное количество помощи, гуманитарной помощи, и помощи и военным, и так далее, и так далее. То есть социальные сети можно использовать и как помощь, да, для наших Збройних сил. И там тоже на сайте Збройних сил есть информация о том, как можно помочь обычный гражданин, как может помочь Збройним силам Украины. Важно понимать, что есть эти грани, да, и грани заключаются именно в том, вот в чем я сказал, что есть умысленное, да, умысленное деяние, направленное на такой ущерб, да, нашему государству, то есть четкое противоправное действие. А есть просто, допустим, или даже помощь нашему государству, или просто освещение тех событий, как, допустим, у меня сейчас в телеграм-канале последняя новость о том, что уже
произошло сейчас в Киеве, да, и после этого я, скорее всего, напишу, ну, что это произошло, это было что-то сбито или что-то упало и так далее, и так далее. То есть факт происшествия. А мы говорим о конкретных фактах, да, как, допустим, если бы в каком-то месте где-то у нас в городе, да, расположилась военная техника, наши ребята где-то они спрятались, да, или в каком-то специальном месте, и при этом кто-то бы это снял, да, и выставил в интернет, уже были бы вопросы. Но опять же, мы должны понимать, что эта ответственность наступает только после того, как следователь, да, суд в этом разберется, и вина человека будет доказана. То есть за то, что вы снимете, никто вас сразу в тюрьму не садит. У нас правовое государство, и все это должно доказываться. Но просто сегодня для чего это сделано? Для того, чтобы мы все осознавали, что в нашей стране война, и мы не можем халатно относиться к таким событиям. Лучше, знаете, не мешать. Если не уверен в том, что ты поможешь этим сбройным силам Украины, да, то лучше не мешать. Я уверен, что в наших сбройных силах Украины есть достаточно разведывательной техники, разведывательных материалов для того, чтобы самостоятельно определять свои возможности, расположение врага и так далее, и так далее. Поэтому сейчас лучше заниматься такой себе просто своей деятельностью, да, если вы блогер, рассказывать об этом, но стараться и уже по факту происшествия вы можете это обсуждать и говорить. Так, Артема, ще по кадровій ротації в Міністерстві сільського господарства. Отже, екс-глава Мінагро Роман Лещенко заявив, що пішов з посади через важку спадкову хворобу. Він сам про це написав у Фейсбук, але є інша думка. Назвали його знатним казнокрадом. Чи відомо вам щось про це? Перше питання. І друге, щодо нового очільника цього міністерства. Можливо, трохи більше інформації у вас є. Ну, те, що є екс-голова комітету аграрної політики. Ну, в принципі, пан Сольський, певно, людина з досвідом. Ну, значить, перше, я вам скажу точно таку, ну, не знаю, це інсайдерська інформація, або просто то, о чому я знаю, як парламентарій, то у Лещенка на даний момент є проблема зі здоров'ям. Ему нужно, он не может в полной мере сегодня выполнять свои задачи, и тем более я уточнил, что сейчас идет посевная, что в период войны это двойная нагрузка, понятно, задачи сумасшедшие, как выйти из этой ситуации, и он просто принял по-настоящему такое мужское решение, решение профессионала, сейчас передать свои полномочия, да, уйти с этой должности. Я знаю, что он сейчас будет проходить лечение от своих заболеваний, и мы ему можем пожелать на сегодняшний день только здоровья, чтобы он лечился, да, и поскорее возвращался обратно в строй. Я не знаю касательно каких-то его казнократских там вещей или кто в чем его там обвиняет. Вот таких фактов я не знаю. Mm-hmm. Дальше, что же по Сольскому? Николай Сольский был главой аграрного комитета. Это комитет не мой, я член правоохранительного комитета. Угу. Поэтому могу судить о его деятельности только из слов коллег, которые работают у него в комитете. Они сказали то, что я точно могу вам передать, что человек был очень коммуникабельный, человек, который находил взаимопонимание со всеми фракциями и группами, всегда мог найти консенсус и решение. Человек, понимающий в этой отрасли. Ну, конечно, результаты мы уже увидим после того, как человек проработает какое-то время на этой должности и покажет результаты. Я хотел бы поговорить с вами еще об одной теме. Знаете, я очень часто с первого дня езжу не только в городе, но и в области. Я и помощники, мы развозим огромное количество гуманитарной помощи, и мы видим, какое количество до сих пор людей выезжает за границу, какое количество наших граждан выезжает в другие страны. На сегодняшний день я вот сейчас пытаюсь сверить цифры, смотрю статистику, и точно больше 4 миллионов наших граждан уехало за границу, а порядка 10 миллионов граждан вместе, да, просто покинули свои места, где они жили, в квартирах, домах и так дальше. И сейчас хочется сказать только об одном: сегодня месяц войны, и чтобы поскорее это закончилось, и все наши граждане, которые уехали за границу, обязательно вернулись. Мы обязательно будем восстанавливать нашу страну, и она будет еще лучше, еще красивее и лучше для каждого из наших граждан.
Так, не маємо в цьому сумнівів і разом, і до перемоги. Я вам дуже вдячна за включення. Це був народний депутат Артем Дмитрук.